Всем здорово. Начинаем. Влог начинается с забега. Сейчас заказ сразу покажу. Такой заказ. Сейчас будем тренировку устраивать. Даша будет показывать. Мост. А я буду тебя снимать. Потому что мне не что-то впадло, что ты сидишь на делать. Ну да, все на девушку спихнулся. Ага. Все на девушку. Короче, бегаем подальше от людей. Тут реально место такое прикольное. Даша тут не было ни разу. Ну да. Я сегодня стиль быдла одел, очки, как обычно. Смотрите, короче, в чем прикол. И слева, и справа речка, и тупо, ну, коса. Ну, вы понимаете, в чем я, короче. Вот тут тропинку сделали. Все как красиво. Короче, мы еще закат. Закат еще нормальный. Вот так мы проводим карантин. Я уже забыл, как называется. Подожди, как это называется? Короче, не важно. Ой, надеюсь, опа, денежка. Хотел красивую вставку снять. Тупо гривна лежит, вот денежка. Видите, спортсмены столько бомжи, короче, что каждая гривня на полу радуется. Я, кстати, недавно, короче, ходил в магазик. Иду такой, 50 гривен лежит. Такой, окей, типа, нормально, поднимаю. Такой делает два шага, еще 50 гривен. Такой, думаю, о, классно, типа. Ходил на новую почту, чисто скидка на товар 100 гривен, короче. Кэшбэк, все дела. Кому интересно, мы бежали 30 минут, там даже по Дашиной программе, так сказать. Ты что, я не знаю, что он там сейчас будет делать. Я чисто ради себя пробежал, так оттуда давно не бегал. На велике в основном катаюсь. Сейчас уже холодает. Даша он разминается уже. Да давай хороший возьми. В общем, мы заехали куда-то в жопу и продолжаем ехать в жопу. Ладно, это шутка. Короче, мы сейчас вам покажем очень интересное место. Первое место назначения, которое мы хотели показать, мы уже тут были. Но мы были 2 дня назад и не сняли ничего, мы просто так покатались. Теперь вам покажем, что мы нашли вот такую красоту. Тупо охеренный лес. Паша решил оборовать лес. Сейчас тебя белки за это побьют, тупо обосру тебя. Еще нюхает, боже мой. Я готов. Что делать на реке в парке, шишки нюхают. Короче, такое место прикольное. Сейчас мы тулим дальше, а тулим и куда мы тулим, я забыл как... А, Калиновка, короче. У нас есть определенная цель. Мы по-любому поедем дальше, наверное, 100%. Так что лесок охерительный. Я думаю, там видео нормально подмонтирую. Нам еще подниматься вот там, по песочку, классно. Как правильно кататься на велосипеде, гайд 2. Сейчас мы идем загорать. Короче, мы сейчас еще тулить будем. О, как далеко. Короче, мы только что тут делали перевал, там на дереве, повалено дерево. Мы сидели, потому что устали, катить сюда. Сюда ехать, наверное. Не знаю, немного, в принципе. Ну такая дорога, тут ужас, конечно. Пипец просто. И в общем, тут оказалась скамейка еще среди, какая прикольная. И вид охеренный на речку. Тут вообще такое место охеренное, смотрите, просто. Это лес искусственно посажен, как вы уже заметили. И вообще тут нереально прикольно. И пахнет такой запах охеренный хвойный. Тупо класс, вот реально, вот это ради таких моментов и стоит покупать велик и кататься за городом. Но это и тоже не самые охеренные места, где мы вообще были и будем, так что все еще впереди. Блин, это так охеренно выглядит, конечно. Камера, наверное, этого не передаст. Летим дальше, ё-моё.
немного передохнули на такой полянке, тенечке. Сейчас будем тулить обратно. Ехали, блин, тут в принципе не так-то много съехать по трассе, а так дорога херня, конечно, ну ничего. Мы доедем домой. Сейчас покажу одно место прикольно. Погнали, может, туда? Тут поле охеренное, не знаю, оно будет видно, наверное, нет. Нормально. Пытается вот это, что оно такое золотистое получается, поля вот эти. Там он, кстати, что-то обрабатывает тут. Короче, вообще охеренно, это вообще люди сидят. Короче, будем тулить обратно. Тут, в принципе, ну, село прикольное такое, аккуратненькое, ухоженное, блин, что за волос. Сейчас будем пилить обратно, немного поели. Посидели, сейчас будем пилить, спина отваливается.